Это было давно, больше 100 лет назад. Недалеко от Москвы, в окрестностях Солнечногорска, среди живописных холмов и лесов, в имении Боблова, жил Дмитрий Иванович Менделеев. Он был ученый-энциклопедист, химик, физик, метролог, экономист, технолог, геолог, метеоролог, педагог, воздухоплаватель, приборостроитель, ну и еще много кто. А в нескольких километрах от Боблова, в соседней усадьбе Шахматова, каждое лето отдыхал поэт Александр Блок и его жена Любовь Дмитриевна Менделеева, дочка ученого Менделеева. Блок любил гулять по холмистым окрестностям, любоваться природой, и однажды во время такой прогулки встретил крестьян, которые несли корабельную доску с иностранной надписью. Поэт удивился. «Откуда, мужики, доску несете? На ней написано «Санта-Мария». Кто ж тут иностранной грамотой владеет?» «Так, барин, доску то мы в озере выловили». «Ой, сочиняйте, откуда в озере такая доска? И что это за озеро?» «Озеро маленькое, называется Бездонное. А доски такие там всплывают частенько». «Ну и ну! Чудеса!» История, которую рассказывали местные крестьяне, поразила Александра Блока. «А вдруг у этого озера и правда нет дна? Это загадка какая-то. Я бы назвал это озеро «Отдушина океана». Надо рассказать про это Дмитрию Ивановичу. Может, он что-то знает про это озеро?» Но Менделеев ничего не знал про это озеро, и ему тоже стало очень интересно, что это за чудо-озеро. «Нужно измерить глубину. Мне понадобится лодка и лот. Возьму веревку, подлиннее. 50 метров. Нет, 100. На всякий случай». И отправился Дмитрий Иванович к озеру, сел в лодку и отплыл на середину. Начал лотом измерять глубину. Все глубже и глубже уходила веревка. Одна все не было и не было. И вот кончилась веревка. Одна так и не достала. 97 метров веревки размотал. Одна не нащупал. Это необъяснимо. Действительно, бездонная. С тех пор много лет прошло. Многие пытались измерить глубину этого озера, разгадать загадку, но пока никому это не удалось.